Весенние каникулы для школьников Бердска начались с очень интересного и познавательного занятия – экскурсии в отделение ГИБДД. Ребята, вступившие в отряд юных инспекторов дорожного движения, посетили комплекс зданий госавтоинспекции и пообщались с сотрудниками, которые следят за безопасностью на дорогах нашего города. Сегодня госавтоинспекция города Бердска проводит ознакомительную экскурсию с представителями отряда юных инспекторов дорожного движения. Цель этой экскурсии заключается в том, чтобы познакомить ребят со всеми должностями, которые есть у нас в госавтоинспекции. У ребят сегодня будет уникальная возможность пообщаться с каждым инспектором, который расскажет им про свою деятельность, чем он занимается, в чем заключается его работа. Экскурсия началась с посещения приемной, где ребят встретил начальник отделения ГИБДД по городу Бердску Дмитрий Чучин. Он рассказал о должности руководителя, о возложенных на него обязанностях и выполняемых задачах. Также ребятам поведали историю возникновения комплекса зданий Бердского отделения ГИБДД. В рамках экскурсии школьники узнали о работе экипажей дорожно-патрульной службы, что такое ГЛОНАСС, радар, алкотестер и какие нарушения правил дорожного движения в Бердске допускают водители особенно часто. Некоторые водители недобросовестны, у нас это правило дорожного движения не соблюдают. Инспекторы рассказали юидовцам о наиболее распространенных нарушениях правил дорожного движения и об ответственности за эти нарушения. Грубым нарушениям было уделено особое внимание, и ребята с большим интересом слушали и задавали интересующие вопросы. Нам очень понравилось, ребята с горящими глазами, это очень здорово. Я думаю, что это будет не наше, хоть и первое, но не последнее посещение, потому что мы очень плодотворно и тесно сотрудничаем с госавтоинспекцией по мероприятиям, связанным с безопасностью дорожного движения. Ребята, проведенные экскурсией, остались очень довольны. Некоторые из них решили в будущем стать инспекторами по розыску транспортных средств и инспекторами по исполнению административного законодательства. Мне очень сильно понравилось. Я всегда хотела сходить на экскурсию в ГИБДД, потому что хочется знать, как защищают эти дороги, как борются с нарушителями и как их наказывают. Нам показывали, сколько людей нарушили, у кого забрали права. Я очень сильно удивилась. Вроде Бердск не очень-то и сильно большой город, а нарушителей такое ощущение, что еще больше, чем жителей. На каникулах, чтобы провести время с пользой, мы решили посетить комплекс зданий ГАИ. Здесь я познакомился с очень разными профессиями, но больше мне всего понравилась профессия поисковика. Находить тех, кто сбежал с места аварии, по-моему, это интересно. В завершении познавательной экскурсии школьникам рассказали, какие требования предъявляются при поступлении на службу в отдел внутренних дел, и сделали фотографию на память.